Меня зовут Зара. Я курдянка по национальности, но родом мы из Армении. Мои родители родились, мама в Ленинакане, папа в Ереване. Фамилия у меня армянская. Конечно, многие ассимилировались, и поэтому в нас уже течет армянская кровь также в будущем поколении. Детство действительно я провела в Ленинакане. Помню очень хорошо праздник Вартевор, когда мы все обливались водой. Помню, как я ходила с мамой всегда на рынок, и мне всегда все продавцы угощали вкусной тутой. Конечно, это не могло не дать отпечаток на мое творчество, потому что я очень люблю армянскую культуру, у меня в репертуаре есть армянские песни. Их очень тепло принимают в России. Можно вспомнить дуэт с Дмитрием Певцовым, где мы сплели русскую народную песню «Ах ты степь» широко, ну, да, казачью, может быть. Точно не могу сказать, куда уходят корни этой песни. И армянскую народную «Далияман». Благодаря этой песне мы стали одним из лидеров проекта «Две звезды» на Первом канале. Эту песню мы очень часто поем на различных концертах президентского уровня. В Армении я бываю, но уже по работе. Была совсем недавно в Чечне. Там был День города. Очень тепло принимали.